Йоу, чика-боу! С вами тот самый опаснейший Феликс! И сегодня у нас наконец-таки стартует тот самый опаснейший конкурс! Если что, то на 100 лицензий Майнкрафта. Короче, как и у любого конкурса, у этого конкурса тоже есть условия. И понятное дело, чтобы участвовать в конкурсе, нужно все эти условия выполнить. Поняли, да? Не одно какое-то условие, а все. Итак, короче, не будем медлить и начнем. 4 самых простейших условия, ну прикиньте, ну ёпта. Первое условие — это просто поставить лайк под этот ролик. Хоть лайки будут скрыты, но вы сами знаете почему, из-за багов ютубов и прочее я рассказывал. Вы в любом случае ставите лайк, не смотрите на то, что они скрыты, я их вижу. Второе условие — это просто взять и подписаться на всех 5 спонсоров. Их всего лишь 5, и нужно подписаться на всех 5 спонсоров. На каждого из этих, не на кого-то одного, а на всех 5, все ссылки в описании. Мне очень обидно видеть, когда люди подписываются на, допустим, на 4 человек, а на последнего не подпишутся. И, соответственно, когда я провожу итоги, они выбывают из конкурса. Почему так, блин? Поэтому, братишка или сестренка, обязательно подпишись на каждого спонсора. Как бы они внесли большой вклад в этот конкурс, и по большей части на их деньги куплены все эти призы. Третье условие — быть подписанным на меня. Ну, естественно, вы же давно уже подписаны. А если не подписан? Ну, короче, я выезжаю. И четвертое условие — это просто написать комментарий «я участвую». И все. Вы понимаете, это все очень просто. И сами итоги конкурса я просто проведу 31 декабря перед Новым годом. Ну а я-то, естественно, желаю всем удачи, да, и с наступающим Новым годом. Шанс-то выиграть эту лицензию очень большой, поэтому, ну, ты понял меня или поняла. Ну а с вами был по-прежнему тот самый Феликсус Дебыликсус. Всем спасибо и всем удачи.